Отож, доброго ранку, продовжується наш прямий ефір, і я хочу його завершити позитивно, гарно. А для цього потрібно, щоб були гості. Такі в мене поруч вже є. Це Ірина Паламарчук, бібліотекар першої категорії, та Тетяна Фоничева, психолог-арт-терапевт. Доброго ранку вам. Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему, а саме про гурт бабусень, про клуб «Бабусині казки». Що це, коли він виник, чому така назва? Поділіться з нами, будь ласка. Клуб «Бабусины казки» – это клуб семейного чтения. Он у нас совсем молодой, прошло всего несколько заседаний, не более 10. Но уже сейчас мы видим, что люди заинтересованы. Если говорить о цели создания… Так, какая мета его? Чего бы хотели достигти створением такого? Хочу здесь вспомнить слова одного польского педагога. Семейное чтение – это тонкая нить одной души и другой. Когда она рождается, то создается родство души. Вот. Также я хочу отметить, что без активного участия родителей просто невозможно становление ребенка как читателя. Также детки у нас общаются друг с другом. У них есть такая возможность пообщаться со своими сверстниками в непринужденной обстановке. Кроме того, наши заседания несут не только развлекательный характер, но и также что-то новое они узнают. Что саме вони дізнаються? И перед цим мене ще запитання, як саме проходять ці сімейні читання? Ну, хочу сказать, что много разных форм. Мы используем и конкурсы, и викторины. Как я уже сказала, узнают они очень много интересного. Вот у нас было одно из заседаний, последнее, «Паперовый свит». Вот ребята узнали об искусстве оригами, а также мы им открыли мир книжного арта. Вот может быть показаться, что это искусство немножко кощунственно, потому что мы с самого детства воспитываем уважение у детей к книгам. Но они иначе как живые истоты, завжди мы деткам кажем, да, книжечки. Если представить все-таки книги, те, которые устарели и, возможно, пылятся где-то на полках или валяются в мусорнике, они им как бы дают новую жизнь. Книжный арт – это такое искусство, и они тоже могут уже в новом виде радовать людей. Як часто відбуваються, наприклад, протягом тижня такі собі сімейні читання? Ну, эти заседания проходят раз в месяц. Хочу отметить, что как правило, это последнее воскресенье месяца в 12 часов, поэтому мы всех желающих, заинтересованных приглашаем на наши заседания, будем всех рады видеть. Тобто всі бажаючі можуть, так? Да, это и бабушки, дедушки со своими внуками, также и родители с детками могут приходить, ну и даже братья и сестры могут приводить своих младших. Малышей. Розуміло. Тетяно, ви є психологом цього проєкту. Хотілося б вашу точку зору вислухати. Потрібно це чи ні? Ну, безумовно, що потрібно і діткам, і батькам. А чим саме? Чим корисно такий клуб? Ну, для мене, як для психолога, дуже важливо донести до родителів, до бабушек, навіть до старших братів і сестер, що спілкування – це обов'язкове умови для розвитку дитини. І чим більше наші діти спілкуються з родителями, з бабушками, з братами і сестрами, тим вони стають більш розвиті, більш гармонічні, більш впевнені в собі. Їм дуже важливо познавати цей світ, і цей світ вони можуть познати тільки через дорослих людей. Потому что сами они этого сделать пока еще маленькие не могут в состоянии. И наша, наверное, основная и главная задача – это достучаться до сердец родителей, да, бабушек и дедушек в том, чтобы они побольше уделяли внимание детям. Потому что, к сожалению, в школе они идут в школу, да, они уходят в детские сады, даже они ходят в школы раннего развития, но они общаются с чужими людьми, общаются по чужой программе какой-то, да, и эта программа всегда развивающая. А им важен личный контакт, тогда, когда они могут и заплакать, и рассмеяться, и не бояться, да, они должны развивать свою, ну, назовем так, душу, потому что для ребенка, как для каждого человека, да, самое важное – это душа. Всему остальному его могут научить и в школе, и в садике, и так далее. И поэтому общение – вот это, наверное, самая главная цель, которую мы ставим тогда, когда общаемся с родителями и учим к этому. Дітки між собою спілкуються, зрозуміло, а батьки приймають якусь участь у підготовці засідань ваших? Вони допомагають вам? Да, вот хотела отметить, у нас даже мы
принимаем пожелания родителей, выбирая темы наших заседаний. Вот одна из тем, папа у нас предложил, этот страшный серый зверь, была посвящена героям сказок о волке. Вот, в сказках волк какой представлен? Ну, обычно кровожадный, да, злой. Вот, злой, волк и страшный серый волк. Да, волк и семеро козлят, красная шапочка. Или же такой недотепа, глупый, например, как волк и лиса, да, когда волк ловил своим хвостом рыбу. Но мы хотели высветить еще другую сторону, ведь волк в жизни это очень верный зверь. Так, вот также умный, да. И также он и приносит пользу, ведь это санитары леса. Вот по просьбе родителей мы провели такое заседание. Здорово, тому що дійсно діти б могли так і пронести з собою це розуміння, що волк це найстрашніша така тварина собі, так? А ми, ви з усіх сторін даєте зрозуміти ситуацію. Які ще теми, які ще є побажання є у батьків? Хотіла ще доповнити, от відповідаю на перший ваш вопрос. Родители вот активное участие тоже в подготовке иногда принимают. Вот у нас одна из форм была такая, мы по всей библиотеке искали загадочные свитки. И вот один папа готовил эти свитки. Он макал эти свитки в холодное кофе, сушил, вот и у нас обжигал. И у нас вот действительно так получилось интересно. Ребята были в восторге, они вот искали настоящі загадочні свідки старинні. Дійсно, дуже цікаво, в принципі, корисно і для дітей, і для батьків. Так? Які плани подальші от, у вашого клубу хотілося б дізнатися? Ну, плани у нас великі, не хочеться зовсім повністю розкривати секрети, але... Заінтригуйте, привідкрити, скажімо так. Да, ну от ми хочемо пригласити, у нас вже одне було із засідання, Театр кукол. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их. Одно из заседаний мы уже провели, и детки были в восторге. Вот все мы родом из детства, да, как сказал Сент-Экзюпери. Вот, мы вырастаем, взрослеем, уже не верим в сказки, но любовь к театру все-таки куклам остается. И вот опять-таки родители попросили повторить. Уже было одно заседание, детки были в восторге, кукольники подарили им настоящую сказку, и более того, они даже рассказали об истории театра, и что самое интересное, как устроены куклы, как они создаются. Вот такі у нас плани. Так, дуже цікаво. Так. Дякую. А взагалі велика кількість у вас учасників вашого клубу? Ну, як я сказала, вже клуб совсем молодой, недостаточно, хотелось бы больше, но тем не менее мы видим, что число, сарафанное радио работает, число все-таки желающих растет. Бачите, не стоїте на місці. Я думаю, що це один із найголовніших показників, коли кількість збільшується і збільшується, чого я вам бажаю від душі. Тетяна, ви арт-терапевт. Хочеться трішечки поговорити саме на цю тему. Що це таке арт-терапія? Як вона лікує? Яким чином? І кому найбільше вона необхідна? Ваша думка. Ну, арт-терапія – це, звісно, наука, це допомога людям, да, в рішенні психологічних проблем. Но это очень аккуратно, очень экологическая, да, наука такая, которая помогает человеку, в общем-таки, раскрывать свой внутренний потенциал. Идти не от мысли, а от сердца. И поэтому мы часто в жизни совершаем поступки, о которых потом сожалеем. Да? И вот арт-терапия, она, наверное, учит тому, чтобы люди прислушивались сначала к своему сердцу и согласно этого уже выдавали информацию вовне. То есть правильно реагировали на своих детей, близких, да, на ситуации, которые находятся в социуме и так далее. То есть, каким чином? Вот, як сам? В общем-таки, это такая маленькая тайна, которая принадлежит даже, ее нельзя, потом она называется, она считается нетрадиционной наукой, потому что она настолько богата, настолько еще не изучена. Это как, она идет издревле, ведь издревле все женщины занимались вышиванием, сами вязали, да, одежду изготавливали, вырезали мужчины из дерева, ковали железо и так далее. Вот, собственно, это и есть арт-терапия, тогда, когда человек что-то делает, и он видит результат своего труда. И тогда человек становится более уверенным, верит в себя, да, он понимает, что то, что он делает, это нужно людям, он видит свое предназначение в этой жизни, он видит свою необходимость в этой жизни.
и так далее. То есть, в общем-таки, арт-терапия – это вот замещение той нашей прошлой жизни, когда мы все делали своими руками. Сейчас век техногенный, и люди больше работают умом, да, больше работают с компьютерами, с машинами, да, на станках, когда они не видят цикла работы, когда он делает только одну часть какую-то, не видит, когда это заканчивается, да, и так далее. И это очень сильно влияет на человека. Он не видит смысла в этом, он не видит, для чего это надо, да, он видит, что его используют как механический инструмент и не более того. А естественно, человеку хочется, да, за счет чего-то чувствовать себя просто полноценным человеком и при этом понимать, что ты несешь обществу какую-то пользу и так далее. Ну и прежде всего для себя, потому что я живу не зря, да, я для что-то в этом мире делаю, что-то созидаю. И это кому-то нужно. Це може бути все мистецьке, як ви казали, вишивання, в'язання, там, орігамі, тобто все, що угодно. А це людина має сама усвідомити, до цього прийти, цим займатися, чи арт-терапевти допомагають цьому, наближують? Я скажу, что эта потребность в человеке сидит изначально с его момента рождения. Потому что, если вы помните, когда ребенок рождается, первое, что он берет в руки, карандашик и начинает рисовать на всех стеночках. То есть это сидит внутри человека. Это его потребность изначальная. И поэтому человек не может, чтобы не созидать. И первое, чему обучают малышей, да, лепить из пластилинчика, да. Сейчас разные краски, да, рисовать и так далее. Сейчас есть и пальчиковые краски, да, ребенок просто может руками делать все, что угодно. То есть он должен творить для того, чтобы чувствовать себя творцом. Вот это очень важно. Так, дуже дійсно цікаво, просто потрібно вміти це розкрити собі. Да, у нас сьогодні тема молодь, і я не можу вас не запитати, ви спілкуєтесь з молоддю, вас як психолог.